У нас с созданием ДБР завершается система создания органов сдержек и противовесов. Раньше прокуратура генеральная имела возможность управлять, манипулировать всеми другими правоохранительными органами через возможность дубинки, а именно начинать криминальное преследование сотрудников службы безопасности, полиции и других органов. На сегодня эти функции будут разведены. Генеральная прокуратура будет надзирать за соблюдением законов, она будет осуществлять процессуальное руководство, представлять интересы государства в суде. А ДБР будет заниматься как раз расследованиями преступлений, в том числе совершенных прокурорами, сотрудниками Национального антикоррупционного бюро. И главная задача ДБР прекратить это кумовство, когда прокуратура сама расследовала преступления прокуроров. И иногда расследовать дело какого-то прокурора мог расследовать его товарищ. Это было неправильно.